Привет-привет! Угадайте, чем мы сегодня с вами займемся? Правильно, угадали. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный и полезный завтрак. И, конечно же, учить новые французские слова. Ну что, поехали! Сегодня мы приготовим яйцо пашот. Но не просто яйцо пашот, а на подушке из помидоров и авокадо и на греночке. Итак, une tartine – это у нас бутерброд. Чтобы сказать тост, мы можем использовать слово английского происхождения «тост», или мы можем сказать un pain grillé – поджаренный хлебушек, греночка. Итак, первым делом мы разогреваем сковородку и без масла с двух сторон обжариваем наш кусочек хлеба. On chauffe la poêle et on fait griller un morceau de pain. Далее мы очистим авокадо от кожуры. On va éplucher un avocat. Чистить мы будем при помощи ножа. Нож по-французски будет un couteau. Maintenant on doit retirer le noyau. Нужно нам теперь извлечь косточку. Ensuite, on va couper l'avocat en petits morceaux. Мы будем резать авокадо на мелкие кусочки. Теперь нам нужно размять авокадо вилкой. Écraser l'avocat à la fourchette. Вилка по-французски это la fourchette. Теперь приступаем к помидору. Итак, мы его сначала помоем и удалим хвостик. On va laver une tomate et retirer la queue. Ensuite, on va couper la tomate en petits dés. Порежем далее помидор на маленькие кубики. Резать будем на разделочной досточке. По-французски это будет une planche à découper. Далее мы высыпаем порезанный помидор в пиалочку к авокадо. Добавляем соль, on va ajouter du sel, и лимонного сока, et du jus de citron. Теперь все хорошенечко перемешаем, on va bien mélanger. Теперь можно намазывать нашу начиночку, намазочку на гренку. On va étaler sur le pain grillé. Теперь самый ответственный момент. Будем готовить яйцо пашот. Для этого берем небольшую пиалочку, un petit bol, пищевую пленку, un film alimentaire plastique, несколько капель растительного масла, смазываем им пленочку и выливаем туда яйцо. On va verser l'œuf dans le bol. Выливаем яйцо в пиалку. Затем on va fermer les bords du film. Мы защипываем края пленки. И on va plonger l'œuf dans l'eau bouillante. Мы будем погружать яйцо в кипящую воду. Для этого нам понадобится кастрюля. По-французски это будет une casserole. On laisse cuire pendant 3 minutes. Варим 3 минуты яйцо. Достаем яйцо из воды. Извлекаем его из пленки. Перекладываем его на тост. И посмотрим, какая же у нас получилась серединка. Прекрасная, жиденькая серединка. Ну что ж, теперь самое время продегустировать, что у нас получилось. Мне остается пожелать вам приятного аппетита, и пусть изучение французского языка, как и любое самое любимое блюдо, будет вам только в удовольствие. Пока, bon appétit!